Добро пожаловать, геймеры! Я Александр Ткачев, а неподалеку расположился Дмитрий Галиадор Савин. Мы практически готовы к первому вбрасыванию в фантастическом поединке между Washington Capitals и Calgary Flames. Бросил с пятачка. Вау, он промахнул. Овечкин. Точно. Римо делает прекрасный сейв ловушкой. Выход один на один. Свисток арбитра означает офсайд. Судья готов к вбрасыванию. Кузнецов выиграл вбрасывание. Выход один на один. Быстрый бросок от поинта. И еще один бросок. Гол! Какое стремительное начало! Его клюшка буквально пляшет, пока он готовит шайбу для броска. А когда она ему порядком надоедает, ее стремительно уносит крюка мастера в направлении цели. Очередной успех на вбрасывании у Capitals. Калгари находит шайбу. Фролик. Положение вне игры. Игра вот-вот начнется. Орпико. Чимера. Рокер. Бросок. Гол. Теперь они выигрывают уже в две шайбы. Так рано в начале матча. Он может очень долго держать шайбу, готовясь к броску. Выжидать момент, когда дернется вратарь. И потом бац! Мудрено переиграть того. Это Брукс Орпи. Передача номер 90. Выход два в одного. Чимера. Вайдману. Сбит с ног. Вашингтон получает контроль над шайбой. Стреляет! Справа! Чимера! Орлову! Попадает в перекладину! Шайба покидает пределы площадки, и игра остановлена. Они готовятся к вбрасыванию. Ричардс выигрывает вбрасывание. Шайба получит. Бросок и гол! 3-0! Бросок был таким стремительным, что вратарь только не успел на него среагировать. Отличный гол! Capitals снова выиграли вбрасывание. Мощный бросок сходу. Его укладывают в лед. И он прижимает шайбу. Сейчас состоится вбрасывание. Он упустил шайбу. Он пасует Ричардсу. Удаляется в перекладину. Ричард завладел шайбой. Быстро бросает. Мимо цели. Это проброс. Здрасте, на трибунах серьезным образом накалились после такого удара. Ведь товарища попросту снесли. Вбрасывание выигрывает Флеймс. И еще один проброс. Мы готовы к вбрасыванию. Кузнецов выиграл вбрасывание. Шайба в воротах в середине первого периода. Они оторвались уже очень далеко. Когда он близится на вратаря, то может проделать массу вещей. И все потому, что этот игрок настоящий маляр. Отлично владеет кистью. Бросай шайбу! Быстро вперед! Кузнецову! Пас Уильямс! Выход два в одного! Стреляет по воротам. Фролик подбирает свободную шайбу. Выход два в одного. Бросай шайбу. Овечкин. Сейчас шайбы. Кузнецов. Выход один на один.
Бэкстрём. Он отдал шайбу. Выход 1-1. Бэкстрём. Выход 2-1. Калгари забрал шайбу. Стейджина. Выход 2-1. Бросает шайбу. Чуточку, но все же мимо ворот. Еще один быстрый бросок. Выход 2-1. Быстрый бросок. Справа. Орлов. Орпико. Бросает быстро. Бросок сходу в касание. Стейджан захватывает контроль над шайбой. Бросает шайбу. Подведем итог. Одна из команд лидирует с огромным отрывом. Счет 4-0 после всего лишь 20 минут игры. Все готово к вбрасыванию. Вашингтон берет под контроль. Бэкстрём. Овечкина. Бросает шайбу. Шайбой завладевает Калгари. Мощный бросок по воротам. Быстро вперед. Овечкина. Он отправляет шайбу в зону атаки. Он украл шайбу. И он тащит ее в центр. Он сумел оторваться от преследователей. Выход 2-1. Быстрый бросок. Шайбу контролирует Вашингтона. Выход 2-1. Мощный бросок сходу. Шайба в воротах, и у него на счету тупик. Знаешь, Саш, когда удается принять такой пас в одно касание, это практически гарантированный гол. Сбрасывание выигрывает Капитал. Чимера. Бросает от поинта. Шайбу получает Вашингтона. Чимера. Чимера. Вынесен. Это Стейджен. Орпи. Теперь владеет шайбой. И это положение вне игры. Судья назначает вбрасывание. Вбрасывание выигрывает Капитал. Цель! Пяточка! Шайба переходит под контроль Флейм. Быстро бросает! Ричардсон. Вашингтон получает контроль над шайбой. Выход 2-1. Он выходит 1-1 с вратарем. Это Джастин Уильямс. Он забрасывает. Середина второго периода, и они могут расслабиться и просто играть это хорошо. Вот как надо использовать численный перевес. Классная перепасовка едва не свернула голову защищавшимся. И в результате гол. Орпик. Шайбу забросил номер 92. Потеря в нейтральной зоне. Номер 44. Он пасует вперед. Орлову. Чимера. Бросает шайбу. Чимера. Отдан пас Орпика. Он зарабатывает удаление. За толчок в спину. Сбрасывание выигрывает Капитал. Его
шайба у хоккеистов Кэпитал. Его укладывают в лед. Калгари подхватил шайбу. Кролик. Шайбой владеет Калгари. Овечкин пытался расчистить зону, не вышло. Выход 2 в 1. Бэкстер. Ремо сделал сейв. Повторный прошел. И еще один сейв в углу. Выход 1-1. Чемет. Ремо делает сейв ловушкой. Шайбу подбирает Вашингтона. Вашингтон не может реализовать численное преимущество с первой попытки. Снесен. Кузнецов перехватывает шайбу. Выстреливает. Кузнецов охватывает свободную шайбу. Калгари готовится перейти к серьезным атакующим действиям. И это офсайд. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Ричард выигрывает вбрасывание. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает Калгари. Выстрелил шайбу. Хоккеисты Флеймс контролируют шайбу. Бросок сходу в касание. Вашингтон начинает атаку. Он потерял шайбу. Вратарь выкатывается из ворот, чтобы успеть к шайбе. Бэкстер. Ремо. Сделал сейв. Калгари. Теперь с шайбой. По центру. Бэкстрём. Кузнецов. Выстрелил. С самого пятачка. И снова бросок. Калгари. Получил шайбу. Бросил шайбу. Вперед Кузнецову. Выход 2-1. Проводит бросок. Бросил шайбу. Шайба в воротах. Вот только отыгрывать нужно очень много, ведь уже середина третьего периода. Орлову. Мощный бросок с фланга. Теперь шайба у Вашингтона. Шайбу подбирает Вашингтон. Офсайд. Судья готов к вбрасыванию. Передача. Орпик. Быстрый бросок от поинта. Он отправляет шайбу в сетку и предоставляет своей команде комфортнейший перевес в середине третьего периода. Вашингтон получает контроль над шайбой. Передача номер 44. Брук Орфи и номер 90. Это Стриджен. Он атакует, пересекая синюю линию. Стреляет! Калгари завладевает шайбой. Это Стриджен. Он отбирает шайбу. Бросает. В центре. Выход 2-1. И он пересекает чужую синюю линию, оказываясь в зоне атаки. Теперь шайба у Вашингтона.
Выход 2-1. Шайба перехвачена. Выходит из ворот, чтобы завладеть шайбой. Выход 1-1. Уильямсу. Сбиться. Уильямс. Выход 2-1. Бросает. И быстро еще один бросок. Отличная игра вратаря. Бэкстром. Выход 1-1. Римо делает потрясающий сейф ловушкой. В центре. Вынесен. Калгари забирает шайбу. Бэкстром. Бэкстром попадает в положение вне игры. Игра вот-вот начнется. Бросает шайбу. Промахивается мимо ворот. Шайбу получает Вашингтона. Они готовятся к вбрасыванию. Кузнецов. Ой, шайба в воротах, и у него на счету дубль. Владевает шайбой. Мощный бросок сходу. Передача номер 92. Кружит вокруг ворот. Овечкину. Выход 1-1. В углу. Овечкину. Стреляет. Римо делает прекрасный сейф ловушкой. Кролик. Сейчас с шайбой. Выход 1-1. Он убежал от соперника. Вот и все. Игра окончена. Халк проигрывает в этой встрече. 8-1 финальный счет.